А вы все время сидите, кто в офисах, да, и очень много работаете. Вам нужно реально какие-то движения делать. Все это прекрасно знают. Поэтому если мы просто начнем с того, что просто вот можно вот так посидеть. Вот. И вот так вот потихонечку, потихонечку. Так расслабляет, дурачок. Расслабили, ставить цель. Сейчас я вот с утра сегодня стану спортсменом. Кубики и руки. Вот просто давайте вот так вот сядем. И вот так вот посидим, носик спрячем. Я вот... заздрю, потому что мне так уж хочется вот, так делать. Вот, видишь, на самом деле ни к чему не надо стремиться. Нужно, оно ни к чему хорошему не приводит, да. Вот так посидели, потом можно... Главное тоже долго не делать, потому что такое упражнение. Просто вот, вот так по чуть-чуть. Я ничего секретов гиперновых не рассказываю. Так, я чудово лечиться. Вот так вот глазки закрыли и все. Это самое, еще вершечки все так потянулись. Вот так вот посидели, так по голове. Ну, это я побоюсь робити. Вот нет, на самом деле делаем вот такое легкое упражнение. Опа, отклячила. Вот, и вот. Я просто сделаю это мовчкой. Ты роби мовчкой, а девчата может я делаю. И вот так вот. Это у меня кофта, знаете? Порхаешь. У меня порхающая кофта такая. И мы стараемся тянуться к полу. Вот, просто с ножки на ножки так попереваливались. Главное, чтобы голова не закружилась. И все поднялись. Вот так вот могу сделать. Вот зараз, так вот могу сделать. Топ-5 найгнучкіших гімнасток Європи. Да. Показала майстер-клас. Вот вообще... Вообще, давайте я хотя бы хоть что-нибудь покажу. Вот вообще, все девочки хотят летом сесть на шпагат, да? Я не знаю, почему. Ты хочешь сесть на шпагат? Я не. Ты нет? Я побачив шице, я вже нічого не хочу. Не хочешь, я за тебя. Мені здається, що якщо я так зроблю, я більше не встану ніколи в житті. Та, це все легко. І до кінця життя буду сидіти. Які хочуть сесть на шпагат. Ну і пацани теж спортсмени, які... Так, звичайно, є таке бажання. Розтягуйте дві ножки. От дві ножки. Як от праву я тільки що показувала, точно так же потрібно ідеально сидіти на лівій ножці. От це дуже важливо, тому що коли ми розтягуємо одну ножку, у нас виходить, ми немножко, ну, криві мишці не так розвиваються. Асиметрія, так. Ну що ж, Надя, дякую тобі за такі чудові вправи, розтяжку від самої Надії Васіної. Ну а зараз я пропоную переглянути підбірку найзахоплюючих трюків та циркових елементів у нашій рубриці «Best Video».